Всем привет! Кто там еще с нами? Короче, банда, да? Куда едем? Малориту. Малориту, это... А что там забыли? Поиграть. Просто в Малорите сборы у Динамо Минск. Удобно? В Минск не надо ехать, это проще. Так что скокнем в Малориту двумя составами. В один бус не влезли. Добрые люди вот предоставили еще один. Едем потихонечку, не спеша. Так что, если что-то интересное, снимем, покажем, если будет время. Ну, удачи, пацанам! Спасибо. Ребят, прибыли в Малориту. Пацаны разминаются. Сейчас я покажу. Сейчас я вам покажу, как выглядит эта часть города Малорита. Это мы приехали не на стадион Урожай, который в городе, центральный он или как, а на какую-то базу чуть в стороне. Сейчас, я так понимаю, не так давно построенные дома. Там памятник. Машина боевая пехоты. Там дальше какой-то комплекс еще. За деревьями вход, арка. Вот такая вот жемчужина. Универсальный спортивный центр. Тут и зал, я так понимаю, внутри. Не знаю, туда мы не идем. Тут аллейка. Канавки. Все, природа. Смотрите, березки, деревья. Вон поле натуральное. Но не футбольное, просто поле. А вон искусственная поляна. И пацаны уже разминаются. Так что, как-то так. И скажу честно, здесь вообще прикольно. А там он получается как парк. Или что? Вот туда. Если вдруг будет время погулять, погуляем, я поснимаю, покажу. Но скажу, круто. Вот, ну, это супер просто. Вот, я не знаю, в Бресте так вот, чтобы где-то на окраине такая база, чинь-чинь. Мостики там, канавки, парк, природа. Да супер, ё-моё. Все, разминочка. Ну так это впритык приехали, конечно. Можно сказать, с колесиков. Чуть-чуть размяться, разогреться и играть. Так, надо еще пойти по ходу Глебу манишку. Какую-нибудь дать розовую или зеленую, чтобы отличался от пацанов, когда выйдет на поле. Это Ярик. А где Гоша? А вот Гоша. Термаков-то взял, опытный. Ну, первая команда закончила. Отдыхают. Получили мешок. 2-9. 2 забили, 9 пропустили. И сейчас... Ну и как и вот у соперников тоже ребята отдыхают. Отыграли. И сейчас играет другая минская команда в белой форме. И тоже наши еще одни мальчишки, ну что, двумя командами приехали. Ну, здесь играют уже минут 3-4. Счет пока 0-0. Посмотрим, какой здесь будет результат по итогу. Сообщу. Ну все, отыгрались. Едем обратно в Брест. Вторая игра 1-7. Короче, общий счет 3-16. Вот так поиграли. Ну, будем надеяться, что хотя бы выводы с этого будут сделаны какими-то ребятами. Тогда это на пользу. Ну, у нас день близится к вечеру, к своему логическому завершению. Эти типа устали, типа отдыхают. Ну а маме вообще просто бескрайне повезло сегодня. Позвонила ее мама и сказала: «Доченька, у меня есть для тебя тонна огурцов. Ты знаешь, что с ними делать». И, короче, у мамы вновь вот такой вот тазичек огурчиков. Это то, что осталось. Но при этом они такие, ну как это сказать, совсем неаккуратненькие. Кто-то ленился их собирать или не успевал. Нас угостили. Да, подожди, давай лицо буду твое снимать, я просто огурцы снимал. На халяву отдали бабушке нашей. Ну, а бабушка также на халяву отдала нашей маме, нам. Она и себе оставила, сейчас тоже будет закрывать. Отлично. Мало соли. Да, супер, круто. Кстати, они реально улетали. Так это мало того, что огурцы. Еще вот, вот, кстати, уже салат дети ели. А еще вот 3 кабачка. А что ты с кабачками будешь делать? Блины. Положу в холодильник на 3 недели и на 4-ю выкину, да? А, сделай оладушки? Ну, круто, супер, все, тогда я не ем, жду. И поужинаю оладушками из кабачков. Будет закрытая
Значит, придется мне что-то есть. Ты уже поел, огурцы ешь. Салатик. Сейчас съем, кстати. Всем привет. У нас новый день. Рубрика «Маманя хозяйка». Вот так вот в многодетной семье жарятся драники. Ну, или как кабачковые оладьи. В общем, тут у нас кабачки, картошка, лук, чеснок, мука, яйца. Такие вот вкусненькие блинчики. Соня покушала, сказала, что респект. Короче, жарю блинчики. Так, всем привет, у нас новый день. Федор, давай разминайся, а то сейчас пойдете в футбол играть. Вам уже площадочку даже делают. У детей постарше выходной, но они решили собраться. Ну, не все, но так пару человек поиграть вот в эту вот штуку. Как ее правильно назвать, даже не знаю. Футбол-теннис. Как это, пацаны, называется? Теннисбол. Ясно. Как будто в обычный теннис играют кубиком, да? В принципе, штука такая на технику. Поэтому... А вратарю ж можно руками один раз играть, да? Но это просто на угол попало головы, поэтому... Чё? Все лучше, чем дома в телефоне сидеть. Это лучше здесь даже с мячом просто по полю походить. Что-то Ярик на малышей смотрел, втыкнул, я говорю, вспоминаешь, как это было? Он говорит, да. Когда бегаешь, манишку отобрать надо у кого-нибудь. А вот это так называемая FIFA у пацанов, что вчера договаривались. Типа с лету что-то там, с места поворотом. Ну и по очереди меняется. Там у тех теннисбол. Вот так, с метра в штангу. Нормально. Ну и побежал. Это был Ярик. Гоша сейчас там играет. На той половинке ближней. Солнце у нас светит, но температура плюс 20, плюс 21, больше пока не поднимается. Вот так дожди все сбили и пришел немножко другой климат. Тут еще у ребят вон тренировки. Ну что, поле все занято. Ну тут тренировка полным ходом идет. А тут что-то придумали там. Какие-то удары куда-то. Ну, короче, балдеет. Пацанов выходной. Но выходной с пользой. Встали рано. Без телефончиков. В любом случае, это опыт. Есть. А, типа пенальти пробивает сейчас. Что вы там, Ярик, сначала пенальти? А? Пенальти сначала? Короче, балдеют. И везде должна быть конкуренция. Ой, ну у нас вечер, а рубрика «Маманя хозяйка» продолжается. Знаете, что я сделала? Целую кастрюлю голубцов. Представляете, я их обожаю, но мне все время так лень их крутить. А сегодня воспользовалась лайфхаком. Капусту засунула в пакет и в микроволновку. Вырезала кочерыжку, засунула в микроволновку на, ну, где-то минут на 20. Она теперь нашей доблестной большой семьей неделю их кушает. Неправда. И кастрюлю побольше выбрала. Ну я же их так люблю. Ну что, ты не любишь голубцы? Не, нормально, как мы рассказали, да. Просто неделю я не люблю голубцы, а так нормально. Ай, ну ты что, какая неделя, я шучу, вон, за два дня, причем не каждый прием пищи. Гвардия, Федор ушел гулять как с утра, еле загнали его просто покушать тренировки. В 6 часов. Это нечто, короче, гуляет просто какой-то сутками. Ой, тут-то холодно уже. Федор, иди сюда.
Короче, Федька наш незагонный домой. Сейчас я вам хоть его покажу, хоть сама на него посмотрю. Федюнчик, ты где, пупсик мой маленький? Иди сюда. Ты гуляешь там еще? Идет там он между туек. С кем? Ева не гуляет? Она куда-то пошла. Куда-то пошла? Домой не хочешь кушать? Рисовую кашу? Нет. Такую вкусную, молочную? У папы что еще есть? Все? Бутеры. Я не ел, Соня ел. Нечто. Ну иди гуляй, короче. Я хочу бутеры. Иди гуляй. Я хочу бутеры. Ну значит все, иди говори пацанам пока и пойдем кушать, домой уже поздно. И все? Ну да, уже холодно, завтра встретитесь. Ну, едой хоть заманить домой. Не-не-не, не так. Смотрите, ребята, Федор заценил рисовую кашу. А не хотел, да? Но... И потом бутеры. И потом бутеры. Главное, что потом бутеры. Давай, покажи, как ты ешь. Ну, хоть так. Хоть так, да. О, ничего себе, молочная рисовая каша рулит. Между прочим, твой друг Максим, дядя Вадима, ест вообще все каши с вареньем или с перетертой ягодой с удовольствием. Ну, а ты? Ему приходится все не слышу в сад ходить. Ну, а ты любитель. Я в садике такое ел. В садике такое ел? Mm-hmm. Вот я хотела тебе сказать, что ты в садике такое ел, но думаю, если скажу, то ты вообще не можешь есть. Короче, приятного аппетита. У нас уже 9 вечера. В садике еще вкуснее будет. Ура, будем спать ложиться. В садике еще вкуснее каша, да, чем у мамы? Ты, может, пойдешь в садик?